Vamos te ver primeiro, sou de Ossa Vernica. Isso, Uzbequistana, Bahrom John Fossila. Гимн Аргентины. Сантиметр, вес 72 килограмм ровно. Тренер Асвальдо Акуня. Он мастер спорта международного класса. Пятикратный чемпион Латинской Америки. Чемпион мира среди молодежи. Интернациональный чемпион по боксу профрекорд. Оттузбиттаджан Игарматоттагалава представляет спортивный клуб Кандо Боксинг Коронда Санта-Фе Аргентина. Диего Эль Чакареро. Бойцу 24 года. Рост 1,80 м, вес 72 килограмма ровно. Тренер Шойерджон Усманов. Он мастер спорта по боксу. Трехкратный чемпион Узбекистана. Серебряный призер чемпионата Азии. Профрекорд. Токстаджайн. Токстагалаба. Токстанокаут. Представляет спортивный клуб Мухаммад Али Умаров. Узбекистан. Фаргона Бешара. Бахромджон.
Наш гость — суперзвезда ММА России, лысый хищник Магомед Исмаилов. Вместе с ним представители компании Medium Sport Акмалемир Сабитов и представитель Федерации профбокса Джамалетдин Кадыров. Обратимся к судейским запискам. Первый судья — Базарбаев. 98-90. Второй судья — Рахмонов. 99-89. Третий судья — Хакимов. 98-90. И новый чемпион WBA Азии. Также для церемонии награждения на ринг особенно приглашается первый чемпион мира и легенда узбекского ММА и Фотон Суннат Ильяса. Вы балуете меня уже. Ты плов пробовал? Плов пробовал, да, плов? Я еще с этим не закончил. Тогда тебя не баловали еще. Ручная работа для нашего гостя Магомеда Исмаилова. Мага. Мага, как говорят у нас в Узбекистане, кулу босу.